связанные с измерением, я их не провожу. Я анализирую скорее конструкцию социальных проблем. Так вот, с моей точки зрения, с конструкционистской точки зрения, очень важно, что этот разговор, такого рода дискуссии происходит. Я очень признателен Яблоку за то, что вот такой разговор в Казани, да, в Казани имеет место. И вот с моей конструкционистской точки зрения, с точки зрения следователя конструкциониста, если нет требований изменить ситуацию, если нет такого рода выдвижения требований, то это означает, что нет социальных проблем. Но если мы задумаемся, люди, которые подвергаются насилию, обладают ли они ресурсами для того, чтобы свою ситуацию представлять как проблематичную, чтобы продвигать эту ситуацию в публичной повестке дня, очевидно, у них этих ресурсов очень часто нет. Да? Мы видим только какие-то вопиющие, какие-то крайние случаи, когда это становится публичным, становится известным. Третье, да, вот здесь я там, пытаюсь понять и вникнуть в эту дискуссию между, ну, даже очень трудно обозначить эту позицию. Да? С одной стороны, есть те, кто продвигает этот закон, есть правозащитники, да, есть рабочая группа, которая работает в государственном уровне и в Совете Федерации. А с другой стороны, есть противники этого закона. Я бы не стал использовать термин «традиционалисты», хотя, в общем, да, происходит такая апелляция к традиционным ценностям. Но что такое традиционные ценности? Да? Если это не уточнять, если не наполнять это конкретным содержанием, то традиционными ценностями в России может быть объявлено все, что угодно, домострой. Да? Это традиционная ценность или нет? Поэтому я бы вот использовал очень аккуратно такие конструкции, как традиционные ценности, не уточняя, что имеется в виду. В истории можно найти примеры и основания для очень серьезных насильственных практик. Рабство, например, очень традиционная ценность. Да, совершенно верно, в том числе и рабство. Поэтому, когда... Поэтому, когда противники законопроекта говорят о вторжении в семью, об угрозе семье, о разрушении института семьи, то я бы вот, ну, я бы задал вопрос тогда, не, с вашей точки зрения, не угрожает ли институту семьи именно насилие в семье? Да, разве не разрушает насилие в семье этот институт? Поэтому, мне кажется, раздел проходит, ну, может быть, просто нужно понять, так грубо понять, что стоит за этими, да, стоит за этими критическими высказываниями в отношении тех, кто продвигает и пытается настоять на принятии этого закона. И опять-таки, вот противникам закона я задал вопрос, если не принимать закон, да, хотя вот, наверное, мы сегодня поговорим о том, как он видит этот закон сейчас представлен, да, буквально несколько дней назад он был опубликован, я думаю, что вы надписи читали, да? Да, совершенно верно. Пока не говорим о содержании того, что представлено, но если вот просто говорить о необходимости или отсутствии необходимости принятия этого закона, то я бы задал вопрос противникам, а каким образом защищать жертв? Как защищать жертв? Ну вот же только что, да, коллега, участник этого круглого стола из полиции, Руфа Исович, сказал, что профилактикой полиции занимается только тогда, когда фактически уже человек признан ответственным, да, наступил момент административной или уголовной ответственности. Или там отказ в уголовном деле по нереабилитирующим основаниям. Но тогда как полиция может заниматься профилактикой, если фактически побои уже состоялись, да, когда уже фактически дело дошло до физического насилия? Поэтому этот закон, который вот пытаются принять, этот закон как раз попытка не там, разрушить институт семьи, не вторгнуться в семью, на мой взгляд, а попытка создать механизм защиты жертв. То есть вот эти защитные предписания или защитные ордеры, да, охранные ордеры, это как раз попытка не допустить уже крайней стадии физического насилия, когда речь идет в сущности о риске убийства, о риске нанесения тяжкого вреда здоровью. И поэтому я, ну вот если вернусь, если все-таки завершаю, да, завершаю свое выступление, если говорить о законе, я прочитал этот текст, опубликованный в настоящее время. Конечно, основной вопрос, который возникает первый, буквально в самом начале, да, это определение семейного бытового насилия. Собственно, об этом говорят критики. Критики той версии проекта, который был представлен, критики со стороны сторонников законопроекта. Семейное бытовое насилие – умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания или имущественного вреда. И вот самое главное – не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Вот здесь у всех вопрос, да, что побои тогда не попадают под семейное бытовое насилие, потому что побои по определению являются основанием для административного преследования и уголовного преследования.
Поэтому здесь есть вопросы. Я, завершая свое выступление, хотел бы призвать тех, кто еще не читал вот этот текст законопроекта, внимательно его прочитать и обратить внимание, что до 15 декабря есть возможность, зарегистрировавшись на сайте Совета Федерации, представить свои замечания. На мой взгляд, это очень важно сейчас, вот эти две недели, да, это очень важный период, когда мы можем повлиять на, в конечном счете, на содержание этого законопроекта. Спасибо. Следующим хотел бы дать слово Дине Нуни, основатель движения «Только Влад». Добрый вечер. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо партии «Яблоко» за то, что включили феминисток в этот разговор. К сожалению, это не так часто происходит. Мы с коллегами не экспертки, мы активистки. И знаем только то, к чему можем получить открытый доступ. То есть это то, что мы видим в прессе, то, что мы видим в активистских каких-то материалах. И мы бы хотели сегодня разобрать мифы, которые создаются вокруг этого закона о профилактике домашнего насилия. Поскольку, на наш взгляд, в сети и в СМИ ведется такая очень агрессивная агитация против закона и с апелляцией именно к каким-то традиционным ценностям, к разрушению семьи. Вот, на наш взгляд, это миф, поскольку, как сказал коллега-социолог, как раз-таки ситуация в России с домашним насилием, она и разрушает институт семьи в России, и ее репутацию в России и мире. Семья – это не место, где должно процветать насилие физическое, экономическое, психологическое. Проект «Фемицида нет», который упоминала Марина Игоревна уже, он считает все случаи убийств женщин в семье, которые попадают в прессу. То есть это довольно маленький процент, скорее всего. Так вот, они за первую половину 2019 года насчитали 593 убийства женщин родственниками, знакомыми и друзьями. О чем это нам говорит? О том, что самое опасное место для женщины сейчас в России – это семья. И самый опасный человек для женщины – это маньяк в кустах. Это родственник, это муж, сын, брат, отец. И на наш взгляд, в семье должно быть сыто, тепло и безопасно, иначе это тюрьма, а не семья. И я не вижу никаких причин защищать такую семью, где насилие замалчивается. Второй миф, который я хотела разобрать, касается детей. И это миф о том, что детей будут при принятии этого закона отбирать нормальных родителей. Это бред, поскольку дети по закону защищены лучше, чем женщины, к счастью, согласно семейному кодексу. Есть уполномоченные по правам детей, и в данном законе, в данной версии его, нет никаких мер, которые касаются именно детей. Так что вот этот вот муссирующийся в пабликах миф о том, что не купил айфон ребенку, и тебя тут же лишили родительских прав, это передергивание довольно бредовое. А вот то, что многие считают, будто ребенок будет хуже в детском доме, нежели в семье, где его или ее бьют, это говорит нам о том, что у системы сиротства в России не очень хорошая репутация, и с этим тоже надо что-то делать, но сегодня мы говорим не об этом. Третий миф касается, муссируется скорее среди сторонников закона, и это очень печально, поскольку вчера выложили его новую редакцию, и, на наш взгляд, это абсолютно бессмысленный, совершенно нерабочий, бесполезный документ. Совет Федерации, на наш взгляд, пытался угодить и вашим, и нашим, и прогрессивно настроенным, и негативно настроенным гражданам, организациям, и в итоге получилось не нашим, не вашим, как говорится. Коллега-социолог уже говорил о определении семейного бытового насилия и о том, что создается впечатление из-за этой формулировки, будто побои не подпадают под его действия, потому что они содержат в себе признаки либо административного правонарушения, либо уголовного.
Также из описания защитного лозунга исключили расстояние, на которое нарушитель может приближаться к жертве, что тоже делает эту меру довольно бесполезной. Внесли положение о примирении сторон, а также закон не действует при угрозе убийства, поскольку, опять-таки, это другая статья, и не распространяется на гражданские браки. При этом у нас до 12% семей длительно живут в гражданском браке, а около 30%... Там есть категория людей, которые совместно проживают, и совместно проживают. Да, но если детей нет, то они только их приличие. Закон не считает партнерство. Почти 30% проживали длительно совместное время до заключения официального брака. Открыто говорится в этом законе, что цель его – защита семьи, а не максимальное обеспечение безопасности пострадавших. Ну и даже если примут все поправки рабочей группы, мы как-то не поддерживаем ту версию закона, которая была разработана проектом «Насилию нет», которая была за то, чтобы отменить первым делом закон о декриминализации. Даже если примут эту версию закона, нам еще нужно переучить общество, поскольку закон надо правильно применять, и нужно обучить полицейских, медработников, психологов, помогающих организации, по сути, переучить все общество. И, к сожалению, это не произойдет по щелчку. Спасибо большое. Я настроена довольно пессимистично по поводу этой версии закона и передам слово коллегам. Спасибо. Следующий предлагаем выступить Тасия Альбаринья. Всем здравствуйте, меня зовут Тасия, я также основательница движения «Первых из зла». И я хочу продолжить говорить о мифах в дальнейшем с вами. Так, следующий миф. То, что все уже защищены по закону. Смотрите, в 2017 году у нас были декриминализированы побои, домашнее насилие в целом. То есть побои – это теперь то же самое, как и парковка, и курение в неположенном месте. И единственное, на что можем рассчитывать, это на штраф. В этом году, в июле, Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Володина против России и постановил, что существующие в России уголовно-правовые нормы не способны адекватно защитить пострадавших от насилия в семье, что является нарушением статьи 3 «Запрет пыток» и статьи 14 «Запрет дискриминации» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также, что у нас сейчас нет? У нас сейчас нет защиты от преследований. И также очень волнительный тот момент, что административное наказание, получается, возбуждение дела, оно занимает минимум 30 суток. И за эти 30 суток потерпевшие, пострадавшие могут в дальнейшем получать какие-то угрозы, побои. А угрозы доказать практически невозможно. Об этом я разговаривала с представителями полиции, очень сложно доказывать угрозы, и поэтому очень часто все эти дела заканчиваются тем, что заявление просто не подается, все это отменяется, потому что и все по замкнутому кругу. Вот mail.ru провел недавно опрос, в котором участвовало 13657 человек, и 97%, это очень большие цифры, признали, что проблема домашнего насилия в России стоит очень остро. И на данный момент Россия входит в список стран, где закон хуже всего защищает от домашнего насилия. Поэтому, конечно, никакой защиты у нас тут нет. Следующий миф – это то, что закон дискриминационный, поскольку помогает только женщинам. Смотрите, закон помогает пострадавшим, он защищает пострадавших от агрессоров, а не женщин, от мужчин. Почему такой миф вообще распространился? Потому что чисто статистически среди жертв домашнего насилия 75% это женщины. Я не знаю, кто установил эту статистику, но вот такая статистика имеется. И недавно было проведено исследование «Новой газеты», и
медиазоны, в которой выяснилось, что женщин, осужденных в 2016-2018 год за умышленное убийство, 79% из них защищались от домашнего насилия. Также была проведена такая статистика среди женщин, которых осудили за превышение самообороны, 83% защищались от своих мужей или его партнеров. Среди мужчин, которые тоже были осуждены за превышение по самообороне, таких 3%, которые защищались от жен или сожительниц. В основном они, 67%, защищались от знакомых. Поэтому, конечно, в связи с этим распространяется миф о том, что помогают только женщины. На самом деле здесь мы имеем в виду и родителей, и детей, и братьев, и сестер, и бабушек, и дедушек. Пострадать может любой человек. Следующий миф – это то, что этот закон нарушает права на личную жизнь, и государство не должно вмешиваться в семью. Так получилось, что государство – оно это структура, которая защищает граждан, и в том числе оно должно защищать граждан и друг от друга. Россия – это на данный момент последняя страна Совета Европы, которая до сих пор не приняла закон о домашнем насилии. Несмотря на то, что по самым распространенным данным с домашним насилием сталкивается каждая четвертая женщина. Закон, защищающий от семейного насилия, принят в 144 государствах мира, включая государства постсоветского пространства, кроме России, Белоруссии и Узбекистана. Также было замечено, что среди тех, кто выступает против закона о домашнем насилии, можно выделить три категории. Первый – это консерваторы, которые всегда были, есть и будут. Второй – это люди, которые сами применяют насилие, и поэтому они просто боятся, что подпадут под вот этот вот закон. И третье – это родители, конечно, очень уязвимая группа, так как у них часто отсутствует критическое мышление. И это заметно потому, как активно они пересылают друг другу картинки про шприцы и эпидемии гриппа. Спасибо. Можно добавить буквально? Да. Ну, здесь вот по спикеру. Ну, во-первых, хотел сказать, что 30 суток для управления делом, то есть это не так. Во-первых, может, есть сокращенная форма дознания предусмотрена в ПК. 10 дней, то есть за 10 дней можно направить дело в суд. То же самое с оперативным повышением, то есть по 6.1.1 тому же. Если суд не просит, судмедэкспертизы, например, в высокой горе, насколько я знаю, так, это от суда зависит, то есть суд у нас субъективен, судья, любой судья трактует, ну, в рамках закона, но как он его понимает и трактует. Если ему нет необходимости судмедэкспертизы получать, то, в принципе, можно за сутки направить материал в суд и принять решение. Вот. Следующее, предусмотрено по 6.1.1 не только штраф, есть арест от 10 до 15 суток, и сказали, как сказали уже, из прав работы, 60 до 120 часов. Здесь просто вопрос в том, что при каждом рассмотрении материалов нужно смотреть, если это семейная сфера, то есть сын безработный, да, и мать, то, конечно, нужно давать арест. Но опять же, у нас судья, то есть суд субъективен, то есть он ни от кого не зависит и сам принимает решение. Вот. Следующее, по списку стран, ну, все-таки тоже, ну, все-таки в крайности нам впадать не нужно, то, что мы там каком-то, кто списки-то эти составляет. То есть это тоже все субъективно. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Да, законы приняты, но я сейчас не могу говорить ни за, ни против за закон. Я просто как правоприменитель вам говорю. Чтобы как бы, знать то, что ни в той же, ни в европейских странах, ни в Соединенных Штатах Америки что-то там ситуация не прямо изменилась, и у них там этих фактов, хотите сказать, что вообще нет, домашнего насилия, тоже очень... мексиканские, то есть какие-то зайти, если, то есть отделение там городов, где мексиканцы те же живут, или китайские кварталы, или тогда же те же русские кварталы, которые там есть. Вот. Вот. И следующее тоже хотел бы сказать с точки зрения практики. Вот мы говорим там, убивает жену, убивает мужей, потому что бьют. Но вот я к вам, как правоприменитель, я каждый день изучаю сводку городскую. Каждый день всю сводку, которая включает от 60 до 90 преступлений примерно. Основная причина, то есть убийств бытовых, это пьянство. Я вам скажу, то есть конкретно, точно, и это мое субъективное мнение, которое подтверждает объективные обстоятельства.
Это пьянство. Простите, но ведь пьянство не является смягчающим обстоятельством. Нет, я имею в виду, что не только когда бьют жен, соответственно, они совершают убийство. Я говорю, это примерно 50 на 50, просто с правоохранительной практики, что вот они вместе распевают какое-то слово там и хватает за нож, и происходит как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Просто это основная причина. Вот, по крайней мере, по поводу наказания, я 50 на 50, я вам с уверенностью могу сказать. Просто уж хочу добавить, чтобы как бы сгущать краски до такой степени. Ну, есть проблема, да, есть проблема, нужно ее решать. Но есть, наверное, другие средства тоже, которым нужно параллельно идти. Это даже тоже просвещение. Почему, ну, как раз точно знаю. Почему не проводить лекции с теми людьми, которые ячейки общества будут создавать? Это школы, это те же институты. Вот как сейчас мы проводим по практике, то есть противодействие АУЕ, например, сейчас мы проводим работу непосредственно. Также они будут создавать эти ячейки. От того, что мы примем какой-то закон, ну, думаю, да, что-то может измениться, но не в такой степени. А правосознание, самое основное, это вопрос правосознания. Если мы будем доводить до них, ну, до тех же юношей, которые сидят в аудиториях или за школьными партами, тот вопрос, что ни в коем случае, то есть никто, не то что женщина, вообще, то есть никто никого не должен бить, и это, то есть не то, что законом преследуется, это вообще, в принципе, моралью преследуется. Вот основной вопрос в этом, нужно к этому приводить, а не... Есть вопросы, да, и ваша работа тоже, она очень нужна, да, Мелиса? А вот вы сказали, что не можете выступить ни за, ни против, но все-таки как правоприменитель, вы можете сказать, существующих законодательных мер, их недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность людей в России? Здесь такой вопрос есть, ну, в принципе, мы свою работу как проводим, уровень, который можем проводить, проводим. Я не знаю, что вы не работаете. Ну, здесь, опять же, то есть я как бы не могу... Я думаю, не надо говорить все про порядка, это комплексная задача, а вы от него требуете, чтобы он решил вопрос за всю страну. Я не требую от него вообще ничего, я просто задала вопрос. Я задал вопрос неправильно, некорректно. Вы свёрзли к тому, что он фактически определяет политику в этой системе. Не надо. Нет, я говорю с ним как представитель. А вам вообще слово давали. А вы давайте, поэтому ругаться не будем. Спасибо за ответы. Следующая выступит Айгуль Ахметова, также из движения «Шантуба». Добрый вечер, меня зовут Айгуль. Рассмотрим, у меня осталось еще три мифа, которые есть по поводу данного закона. Первый миф – это будут сажать за шлепки. Во-первых, сажать никого не будут. Нарушителю грозит запрет на приобретение оружия и преследование жертвы, а также посещение профилактических бесед в полиции. И тот закон, который сейчас есть – у нас коллега сказал то, что могут посадить, ну, до 15 суток. Как бы сами подумайте, вот, допустим, человека посадили на 15 суток, он вышел, и не будет ли он еще злее от того, что его на 15 суток посадили в тюрьму, и вернется он домой в таком состоянии, как бы. И, ну, захочется ему отомстить или нет. Поэтому все-таки работа со стороны государства должна проводиться и по тому, чтобы смотреть потом, что происходит с человеком после того, как он вышел из тюрьмы. А если он 5 лет отсидит, он не будет? Нет, он надо еще после 5 лет. И следующий, любого можно обвинить в психологическом насилии. Можно потише, пожалуйста. Дайте выступить. Следующий миф. Любовь можно обвинить в психологическом насилии. Много таких было комментариев в интернете, то, что там жена выносит мозг мужу, и вот у него психологическое насилие. В законе четко прописано, что конкретно относится к психологическому насилию. Это модель поведения, при которой человек угрожает, запугивает, дегуманизирует или систематически подрывает самооценку. Согласно Стамбульской конвенции, психологическое насилие – это намеренное поведение, приводящее к серьезному ущербу психологической целостности лица в результате принуждения или угроз. Психологическое насилие включает в себя угрозы, изоляцию, публичное унижение, постоянную критику, постоянное личное обесценивание, многократный сталкинг и газлайтинг, мышленная клевета, угрозы, в том числе родственникам, знакомым и домашним животным жертвы, попытки отобрать документы или вещи, порча имущества, а также принуждение шантажом к преступным и опасным действиям.
Газлайтинг – это форма психологического насилия, главная задача которого – заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. Это из конвенции, да, уже, а не из закона? Из конвенции. Ничего не говорит. Из конвенции, да. Конкретизируйте, ну, четко. Разные вещи, как и сказали. Она сказала из конвенции. Сталкинг является распространенной формой психологического запугивания. Жертвы склонны чувствовать, что партнер полностью контролирует их. Жертвы психологического насилия часто страдают от депрессии, что доводит их до повышенного риска расстройства приема пищи, самоубийства, а также злоупотребления наркотиками и алкоголем. Миф третий. Не купил что-то, стал преступником. Здесь тоже идут комментарии из интернета, где мужчины переживают, что если они не купили жене шубу, то она посадит их в тюрьму. Финансовое насилие – это отказывать в еде, одежде, лекарствах и вещах первой необходимости тем, кто от тебя полностью зависит. Одежда по сезону, не локовая шуба. Финансовое насилие снижает способность жертвы обеспечивать себя, увеличивая зависимость от преступника. В том числе оно снижает доступ к образованию, занятости, карьерному росту и приобретению активов. Когда один партнер запрещает другому работать, либо контролирует всю его заработную плату, это тоже финансовое насилие. Давление или принуждение к подписанию документов, продаже вещей или изменению завещания также является формой финансового насилия. Также финансовое насилие напрямую связано с недоеданием среди матерей и детей. В законе четко прописано, что является экономическим и психологическим насилием, так что просто так привлечь к закону никто никого не может. Вы же сначала говорили о конвенции, да, а сейчас закончили закон. Конвенция, где конвенция, где закон? Не надо давайте манипуляции. Нет, дело в том, что это вещь принципиальная, и об этом еще надо высказать. Послушали, что сначала говорил, что написано в законе, а что затем написано в Стамбульской конвенции. И закончили, что это все в законе. Когда было сказано, что психологическое насилие, то есть вынос мозга там, мужа, допустим, он не считает психологическим насилием. То, что вы перечислили... А кто так сказал? Она сказала. Все, что вы перечислили, это, по сути, является вот, тем самым, что происходит в теле, что называется выносом мозга. Да нет. И включает в себя и финансовое вот это насилие. Нужно мускулистов тоже выступить. И потом надо мускулисты выступать. А почему мужчины не обращаются? Давайте закончим. К вопросу вот оратора из зала. Как раз-таки в законе написано, что это закон не женщин против мужчин, а как раз против агрессора от жертвы. Поэтому я прочитала то, что является психологическим и финансовым насилием, и если вы чувствуете, что у вас дома в отношении вас возникает такое насилие, пожалуйста, вы можете этим воспользоваться. То есть, как бы, у меня не было здесь ни одного упоминания, что только женщины могут против мужчин это использовать. Я в своем выступлении могу прокомментировать. Потом, ладно? Речь вообще может быть о детях, допустим, и органах опеки. Давайте все-таки мы будем придерживаться регламента. У нас будет еще возможность задать вопросы и выступить после. Вы закончили? Да, я закончила. Спасибо. В следующем прошу выступить Нечаеву Татьяну Николаевну, представителя Всероссийского родительского сопротивления. Здравствуйте. Мы тут услышали много интересного, в том числе нам цитировали Стамбульский протокол, который у нас не ратифицирован, не подписан и к закону не имеет никакого отношения. То есть в законе ничего этого нет. Выложен был вчера текст закона. Я могу просто разобрать некоторые вещи, некоторые цитаты, которые там содержатся.
Хочу сразу говорить, что я против семейного бытового насилия. И очень странно слышать, когда приписывают тех, кто против закона, значит, они за семейное бытовое насилие. То есть я против семейного бытового насилия, но считаю, что этот закон, он нисколько не несет той нагрузки, которую задекларировали широко в СМИ. Ну, удивительно, мы тоже так считаем. Ну, вот мы сходимся с вами. Совершенно бесполезно. Да. Закон этот, он очень похож на тот законопроект, который вносился в 2016 году. Абсолютно. Но его, значит, сильно изменили. А? Да. Что хочется сказать, несколько, как бы, отделить мух от котлет, хотя об этом уже несколько говорилось, что у нас существует насилие в семье, оно не в таких масштабах. Я хочу сказать, что по статистике МВД 253 женщины у нас погибли в 2018 году от семейно-бытового насилия. Значит, у нас существует очень много статей в Уголовном кодексе, Административном кодексе, которые наказывают вот эти вот преступления в семье. Самые распространенные – это 97,4% относятся к 9 статьям. 105, 111, 112, 115, 116, 119, 139, 156, 167. То есть видите, сколько? 9 статей у нас, значит, наказывают за семейно-бытовое насилие. В этом законе, который вот вышел о семейно-бытовом насилии, рассматриваются те случаи, которые не попадают под кодекс. И те страшные ролики, которые показаны, гуляют в интернете, там, где мужчина бьет, истязает женщину, там такие сильные кровоподтеки, это все не к этому закону, это все кодексом. А здесь... Основная претензия к этому закону в том, что очень размытые формулировки. Вот смотрите, вот уже у нас социолог приводил цитату из этого закона. Что такое семейно-бытовое насилие? Это умышленное деяние, ну я так сокращу немножко. Умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания. То есть это речь идет не о насилии, а о страдании. А страдание может быть, и больше это никак не расширяется, то есть тут никакой конкретики. Что можно подвести под физическое, что можно подвести под психическое страдание, вообще непонятно. Вот. И, значит, за что будут наказывать? За насилие. Страдание – это насилие, угроза страдания – это тоже у нас получается насилие. У нас получается, что все насилие. Вообще про наказание в этом законе. Давайте дальше сейчас рассмотрим. Там статьи уголовные. Да. Административные есть. Вот давайте дальше посмотрим. Там, значит, есть такой термин «подвергшийся». Подвергшиеся, это то ли, ну, так вот, вроде пострадавшие, да, те, кто подверглись вот этому физическому и психическому, оно и не насилие, а каким-то действиям, которые вызвали страдания. Какие страдания, непонятно. Вот, ну, человек страдает и страдает, а вот для чего, что с ним сделали? Вот, можно я вас поправлю? Вот я просто тоже юрист. На самом деле, это вопрос регулируется Гражданским кодексом. Есть такое понятие причинения морального вреда, и по нему есть постановление пленума, в котором четко прописано, что такое моральные страдания. То есть, если мы пойдем к психиатру и дополним больничный свой вот именно этими психическими страданиями, у нас есть больничный, потому что мы получили невроз, то это уже вот как бы как раз регулируемая область. А до этого сейчас уголовным кодексом не регулируется моральные страдания. Как раз моральные страдания у нас вообще не регулируются. Вот у нас самый нерегулированный вопрос судебной практики – это как раз вопрос морального вреда.
И его оценивает судья каждый раз по своему субъективному мнению. И морально пострадать можно совсем без всякого насилия. Как раз. Совершенно верно. И вот мы дополняем этим законом МОПС. Что вы дополняете? Вы ничего не дополняете. Фактически это решение суда. Друзья, давайте. Другие страдания, это, вы знаете, очень вещь такая субъективная. Да? Как ее определить, как ее измерить, да, вот этот... Это из области морального измерения. Это супруги, бывшие супруги, лица, имеющие общего ребенка, детей, близкие, родственники, а также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство, иные лица, связанные с свойством, которым семейно-бытовым насилием причинены физические или психологические страдания, опять страдания, или имущественный вред, или в отношении которых есть основания полагать, что им семейно-бытовым насилием могут быть причинены физические и психические страдания, и имущественный вред. То есть везде страдания и предположения. Есть основания полагать, или что могут быть причинены. То есть тут очень странная такая формулировка, потому что у кого есть основания полагать? У жертвы или у того, кто причиняет вред? Или это третьи лица? Кто будет вот это определять? У кого это есть это основания полагать? То есть все к психиатру. Два волкали. Значит, невмешательство. Есть такое введено такое понятие, как невмешательство. Но по сути это получается доносы третьих лиц. Вот если мы статью 16 возьмем этого закона, то там, значит, основанием для реагирования является не только обращение страдающего, но и сведения, поступившие из органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, от должностных и физических лиц. Обращение граждан, которым стало известно о совершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии. То есть, если кто-то решил, что вашему ребенку угрожает неудовольствие, нет, не побои, побои они уже идут по кодексам, а вот неудовольствие, то по доносу этого доброжелателя к вам придут ребенка защищать. Вот, а вы говорите, закон не будет снимать детей. А где там написано о том, что такого не снимать? Написано в других законах. Они сейчас придут Профилактика. Очень интересная профилактика. Придут и проводите. Вот профилактика. Требует, чтобы они... Можно я забыть? Давайте. А то у меня время, правда, давайте. Что входит в понятие профилактика? Ну, это не только профилактика, а еще выявление случаев страданий и угроз страданий. То есть не только страданий, а еще угроз страданий. Это еще неизвестно, будет ли это страдание или нет. Но раз угроза есть, то надо уже профилактику применять. А еще выявление случаев и оказание помощи подвергшимся, и пресечение семейно-бытового насилия, то есть страдания, и привлечение к ответственности нарушителей. То есть это уже целая система правового регулирования. Как откровенно писали в 16 году, оно называлось у нас тогда... Как они тогда репрессивные, что там, репрессивные меры профилактики. Вот в 16 году это так более откровенно называлось. И, значит, что будет применяться к... Пресечение называлось, или профилактика? Репрессивные меры профилактики. Профилактика и пресечение. И что будет, значит, к такому, как у нас тут с Питером говорили, агрессору, что к нему будет применяться? Значит, его объявят нарушением. Прочитают лекцию о праве, о том, что теперь запрещено, и не только что запрещено кодексами. Лекцию о праве, о том, что теперь запрещено, и не только что запрещено кодексами. Возьмут на учет, который будут вести все субъекты профилактики. За человеком будут наблюдать,
представят к нему воспитатели, которые будут проводить психологическую программу, то есть сопровождение. А это, знаете, что страшно? Что это не за то, что что-то запрещенное или плохое человек сделал, а он даже еще может быть... Это даже не наказание, а это просто поощрительные меры. Но это уже имеет право вмешиваться в семью, понимаете? Уже человек еще вроде ничего не совершил, а кому-то что-то показалось. И еще доказать надо, что это... Доказывать не надо, что это показалось. То по заявлению жена поругалась с мужем, решила отомстить. Значит, написала заявление, и его начинают тягать за то, что у нее страдания, понимаете? Опять женщина влияет. А может быть мужчина, да. Кстати, может быть мужчина. Может быть. Потому что вы транслируете. Ну и воспитатель будет, в принципе, определять. Какую ситуацию можно взять на учет, то есть в работу, а какая ситуация просто семейная, она перемирится, ну, как бы, в семейной жизни. То есть это кто будет? Это будет не судья, не, как бы сказать, это может быть не коммерческая организация люди, которые вот они по какой-то причине становятся судьями и. Я не знаю, по какой причине им дано право судить и влазить в семью и вот эти вот разбирать, вот эти вопросы решать. И я хотела еще сказать, что... Ну, ладно, это потом. Включение некоммерческих организаций. Вот об этом как бы отдельный вопрос. И в принципе я считаю, что это один из самых таких опасных моментов вот этого закона. Дело в том, что НКО, они заинтересованы просто материально. Они будут проводить вот эту самую профилактику, они будут вот это сопровождение семей вести, и они просто будут получать за это деньги. И они будут решать, случилось ли в семье это бытовое насилие, так называемое, или не случилось. И, в принципе, там... Ведь написано, что они отдельно будут платить, да, за каждого... Вы не могли бы показать мне конкретный код, в котором написано, где они будут нарушать? Кто разработал этот закон? Закон? 17-я статья, прочитайте, пожалуйста. Да, и там написано, что они будут решать... Кто разработал этот закон? Кто предложил этот закон? Ты же НКО предложили. Они будут. Где написано, что решать? Я сейчас... Власть общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществление деятельности. Зачитайте. Там написано, что... А защита предписания от так называемых в народе охранных ордеров. Значит, охранный ордер выписывается незамедлительно по заявлению. По заявлению. Я уже ненавижу просто. Этих спекулянтов, которые говорят, что некоммерческие организации, кризисные центры занимаются этим изгонением. Я занимаюсь на волонтерской основе. Я не о вас говорю. 20 лет. Вы конкретно говорите обо мне. Я кризисный центр. Вот я здесь сижу с вами рядом. Вы не занимаетесь поэтому законом? Да, закона нет. Если вы переживаете, поэтому я переживаю, потому что у меня закона нет, у меня одна партизанская деятельность. Вы знаете, найдется очень много... Я буду счастлива, не надо очень много, поэтому я говорю, пусть бюджет это делает. Женщина, давайте не будем вас обидеть. Я не женщина, я не мужчина. Марина Игоревна, вы прекрасно знаете, вот вы, Татьяна Николаевна, прямо
Марина Игоревна, давайте, дайте мне закончить, пожалуйста. Давайте не будем вас отправлять. Ну, я молчала, когда вы говорили. Ну, тогда вы спекулируете. Я не спекулирую. Я жила объективные, позитивные высказывания. Ну, у нас не скучно, да, не соскучно. Почему у нас так не скучно? Дайте на шанс. Дайте на шанс. Предписание будет выписываться незамедлительно по заявлению, никаких следственных мероприятий не будет вестись. То есть достаточно одного заявления, как сказать, жертвы, да, и ну, жертву мы это в кавычки берем. И полиция выписывает это предписание, охранный орган и тот человек, которому это будет выписано. Потому что на самом деле, вот то, что вы сначала говорили, я с вами просто... Молчите на самом деле, а давайте знакомиться. Это чудовостное. Просто спекуляции и думать. Которые вы запомнили. Вы прочитайте запомнить, пожалуйста. Я не согласна, я просто стереотипы. Я ему всю ночь читала. Я читала... Можно дать уважение, молчите, аж немного. Сколько это можно? Просто одно и то же. Это уже 20 лет я слушаю вот эти глупости. Но полиция дали выписано предписание. И в принципе выписывает его полиция. И полиция не интересует, куда человек, не будет интересовать, куда пойдет человек жить и будет ли у него вообще, есть ли у него деньги снять квартиру и там или что-то отселиться куда-то. И что самое интересное, что если не предусмотрено, как я сказала, никаких следственных мероприятий, и также не предусмотрено никакой ответственности заявителя за ложные, за ложный донос, как бы. Вот есть это законопроект, а все остальное. Вы всех не уважаете. Не предусматривается никакой компенсации. То есть человека ложно обвинили, его выселили из квартиры. Я не говорю уже, это женщина или мужчина, то есть это любой член семьи. Он понес какие-то убытки, снимая жилье где-то там, скитаясь по углам. И, в принципе, это никто за это не отвечает. Вот это очень тяжелый такой момент, потому что, в принципе, когда говорят, что этот закон разрушает семью, ну, под этим есть основания. Потому что если с такой легкостью разрешат вмешиваться в семьи, и выносить решения без всяких следственных судебных мероприятий, да, судебных, да, то это говорит о том, что действительно люди будут бояться. Возможно, злоупотребление. Александр Николаевич, извините, пожалуйста, я читаю закон, передо мной это правило. Вот вы говорите, что не будет. Дискуссия не началась, давайте задайте вопрос. Простите, вас забыл спросить. В случае установления факта совершения семейно-бытового насилия незамедлительно выносит защитное предписание. И вот фраза «в случае установления факта». А кто устанавливает этот факт? Я не знаю, он говорит, что вообще никто не занимается этим действием. Вот же есть формулировка, которая мутная, но в случае Это не следственное мероприятие. Это установление факта. Это не следственное мероприятие. У вас сотрудники Росполиции этот ордер выносит, значит, соответственно, полиция, видимо, факт устанавливает. По заявлению. Тут написано, что по заявлению и выдается этот предписание. Но он выдается в случае установления факта совершения семейного, потом носит написано так в законе. Полиция не будет расследовать эти дела. Я уж не знаю, я не прав. Там не предусмотрено следственное мероприятие. Я могу прокомментировать. Давайте спросим. Во-первых, в 2019 году поправка внесена по закону о полиции. И внесен такой пункт, как вынесение официального предостережения. Для чего нужно вот эти, которые вы о чем говорите, я понимаю. Мы сейчас прорабатываем механизм, как всегда, что-то принимается, оно сейчас, как его применять на практике, это все, в принципе, проходит какую-то процедуру. Этот пункт внесен в закон о полиции. Соответственно, по логике, как я это понимаю, если вынесено официальное предостережение, а не допущение нарушения, то есть законодательства, в том числе и семейно-бытового, да? То есть это же семейно-бытовое не только нанесение побоев, а там громил посуду, выражался нецензурно бранью, кричал на детей и так далее. Вот. Ну, если он его не исполняет, то, в принципе, думаю, что можно применить нормы 19.3 КУАП РФ. Это
соответственно, уже неисполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел. Здесь уже, ну, можно в дальнейшем рассматривать вопрос о применении вот этой статьи. По мне так. Ну, я просто честно, я проект закона этого не читал. У меня как бы много своих законов, уже действующих, которые мне каждый день приходится читать. Вот следующее, ну, невмешательство. Ну, это и сейчас есть то, что сообщения, они сейчас есть. Те сообщения, которые приходят на семьи, ну, то есть, что кто-то там детей не воспитывает, кто-то бьет и так далее, они неким ведомственным приказом регистрируются, направляются инспектору ПДН, если касаемо семейных отношений детей, либо сотруднику УУП, который непосредственно эту семью, ну, на этом участке, то есть, работает. И он, соответственно, ее проверяет. И который непосредственно эту семью, ну, на этом участке, то есть, работает. И он, соответственно, ее проверяет. И в рамках проверки он пишет, подтвердилась она или не подтвердилась. Соответственно, ну, как уже вот спросили, то, ну, хороший вопрос, потому что именно подтверждение факта. Ну, в случае подтверждения факта у инспектора ПДН и того же участкового, ну, думаю, А можно вопрос? Можно я задам как спикер? Дело в том, что вот ссорятся муж и жена, у них дома скандал, и уже непонятно, кто первый начал. Кто первый, значит, кто-то из членов семьи первый прибежал, написал заявление. На него оказывается психологическое насилие. Какие действия могут принимать? Как вообще суд будет проводиться? Потому что оказано психологическое насилие. По этому закону... Каждая ситуация субъективна. Смотреть тоже, кто член семьи. Могут быть члены семьи маргиналы, которые, а могут быть члены семьи профессора и работающие люди, которые приносят пользу обществу. Ну, в законе, да? Вы знаете... Но я поэтому говорю, вы рассуждаете, пытаетесь рассуждать у меня вывести на вопрос и обобщить всю ситуацию. Так не бывает. Мы, к сожалению, работаем с другими людьми. Но я Типичной ситуации не бывает. Я вам скажу как практик, что их не бывает. В каждой ситуации нужно разбираться полностью. Где-то, да, действительно нужно исходить первоначально из интересов детей, если они есть, соответственно. Но для ребенка лучше всегда лучше воспитываться в полной семье. Вы ответите, как фактом подтверждается насилие? Как будете доказывать насилие? Понимаете, если вот я родительские показания соседей, да. Во-первых. Вы меня дослушаете. Свидетельские показания соседей, то есть были ли крики, вы слышали ли они удары и так далее. Второе, это судмедэкспертиза, которая, то есть, может подтвердить. Если есть какие-то предметы, которые говорят, что нанесли побои, они изымаются, проводят экспертизу по ним. А подтверждение факта или не подтверждение, этим занимается уже суд, не мы. Мы вот только собираем доказательную базу. Абсолютно точно скажу, что вот все то, что вы говорите, это не работает. Дело в том, что вот я юрист, сейчас в моем производстве два дела с органом опеки по спорам, когда они в одном случае уже лишили прав родителей, а в другом случае подали иск на ограничение прав и отобрание детей, да? Они проиграли сейчас громко дело Диляра Гайсина, я представлял, по федеральным каналам оно прошло тоже. Они сейчас подали апелляцию, и уже федеральных СМИ там облили грязи тоже. А поданы иски только в основном на основании жилищных условий Диляра Гайсиной. И она тоже стояла на учете по сообщениям из ПДН, из как бы как раз из органов полиции. И это сообщение неизвестно было, на чем основано вообще. Она была поставлена на учет, тоже неизвестно на основании каких фактов. И сейчас вот в преддверии апелляции вот перед Верховным судом, сейчас опять органы опеки вместе с ПДН возбуждают в отношении ее административное дело. По факту чего? По факту того, что ее ребенок после школы пришел в рабочий офис, она по работе ездила, и он сидел в рабочем офисе один. Но ребенку уже 9 лет. Школа, она на той школе, что она не на полный день, поскольку предполагается, что школьники, они достаточно дееспособны, чтобы дождаться детей после работы. То есть иначе вообще можно было большинство родителей привлекать к ответственности. То есть размыты вообще, во-первых, определенные понятия о том, что такое вообще, как неисполнение родительских обязанностей, так уже теперь угроза насилием, да, как бы, а теперь уже и кто угодно может сообщать непосредственно об этой угрозе насилием. И непонятно, что из себя представляет эта угроза насилием. И сами органы полиции фиксируют эти насилие понятным образом. Также вот этот как бы ордер, который сейчас предполагаем, да, он вообще себя представляет презумпцию виновности другой стороны.
То есть кто-то написал заявление в отношении другого человека, ему выписали ордер, и уже другая сторона, она фактически становится автоматически виновной в насилии только при приближении к этому. И не основание, на чего вообще становятся такие неравные положения. Да? И вот это все на самом деле создает такую возможность для злоупотребления, которая уже сейчас существует уже как бы очень активно, и органы опеки, и ПДН, и все активно злоупотребляют вот в сфере этим. Также как бы вот другая была лишена родительских прав, да, очень многое тоже она стояла на учете по факту сообщений с ПДН, но непосредственно вообще непонятно, как вот эти факты не подтверждаются. Потому что сейчас достаточно только от одного сообщения, уже в базу вносится мать, которая... Ну, я же смотрел материалы, там нет ничего, вызывали, там вообще нет никаких материалов, которые бы вот это все подтвердили. А сами органы опеки вместе с административной комиссией выносят постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. По общим каким-то формулировкам не указано, которые, в чем заключается неисполнение родительских обязанностей. Также вот сейчас, если дать в руки непосредственно также и угрозы насилием, которые непонятно в чем заключается, то это даст ли излишнюю возможность... А первый день сразу по 77-й просто и все. Вот, и я можно дополнить? Да. Все совершенно верно. Данный ордер, выданный охраной, да, как правило, мы понимаем, что агрессор в семье – это мужчина, а жертва – это женщина. Ей дают этот охранный ордер. Это для нее является средством манипуляции мужиком. Просто если прямо говорить. И теперь я не соглашусь с господином полицейским, когда он говорит, что суд субъективен. Меня зовут Евгений Кривулин, я член Ассоциации незаконно осужденных. Я сам был незаконно осужденным Бахинским районным судом. Так вот, я хочу сказать одну просто фразу, которую мне сказал один следователь из Следственного комитета. Вот как следователь напишет, так суд и примет. И не надо говорить, что у нас суд по каждому делу разбирается. Это неправда. Правильно говорит Алексей Златкин, что суд поверит инспектору ПДН, соседу, который на тебя, возможно, с которым у тебя конфликт, который на тебя зуб точит. И в любом случае суд примет то, что там написано. Более того, как это показывает практика, суд все перепишет из обвинительного заключения, копируя и не разбираясь. И абсолютно просто не анализирует, что новые возможности для злоупотребления еще в уголовно-правовой системе. Именно, желаю, что именно так и будет. Вы знаете, вот этот закон, он работает много лет на Западе. И, в общем-то, семейно-бытовое насилие, там вообще не старинное. Там вообще закон. Азербайджан, он на Западе, Казахстан, он на Западе работает. Там искоренение. Оно не старинное. Западные страны, которые... А в Азербайджане искоренено, что ли? Я приведу такую статистику. На 1 миллион жителей сколько убито женщин? На 1 миллион жителей страны. В России такая цифра 1,7. В Германии 2,6. То есть говорить о том, что мы сейчас примем этот закон, и семейно-бытовое насилие будет у нас искоренено, и запляшут лес и горы, то этот закон решит все проблемы. Но это вы не говорили, это не здесь был. Я как раз таки этот миф. Это широко в СМИ. Это принцип. Это стереотип. Это стереотип транслировался в СМИ широко уже 10 лет назад. И он такая грематика, такой чеснушный человек поет. Нет, господи, это шарик. Чего? Ну, я, пожалуйста, прошу с оскорблений, Марина Игоревна. Да, вы ведите себя прилично. Женщина может уже не прилично. Я как раз на старуху, которую убьют первую. Семейно-бытового. Я просто хочу сказать, что этот закон нисколько не решает проблему семейно-бытового насилия, и только усугубляет, он дает право вмешиваться в семью на раз, два, три, просто без всяких причем вмешиваться даже не со стороны государственных органов, а от кого? Три человека собралось, мы сказали, некоммерческое, НКО, и давай, походу, это родительский комитет, в доме семейный комитет, мы НКО, и тогда пошли и доносить на все свои во-первых, никто не отменял в нашей стране. Но они не имели законодательной силы. Вот той, которая сейчас, приносит вот этот закон, законодательная сила, он не имел. Во-вторых, что будет с человеком, который действительно может убить своих домашних с
с ним всего лишь придут в профилактическую беседу. Это что вообще, какое-то несчастье? Он что, не имеет права в суд подать, если он не согласен? Слово могут убить, он что? Это вы решаете. Если на мать, которую хотят лишать ребенка, будут профилактическую беседу проводить, то потом это будет как одно из оснований, когда на нее подадут в суд о лишении прав. Или профилактическая беседа. Что это за страдание такое человек в результате доноса понес? Угроза имеет право обратиться в суд, обратиться в вышестоящий правоохранительный орган. Это так написано, и вы об этом специально не говорите. Угроза убийства – это 119-я статья уголовного кодекса. Хорошо, он имеет право обратиться в правоохранительную и вышестоящую организацию. Там это написано. Там это написано. Совсем на другом. Может, после мероприятия общаемся? Все время транслируете сбиение. Мы вас поняли уже, вы поняли ваш позицию. Вам не мешается тут? Нет, разрешите, частично на сторону мужчин защитить, потому что я прошу здесь колоссаться от Мише о том, что женщины больше страдают от домашнего насилия, чем мужчины, потому что, грубо говоря, я смотрел даже видео там в Прекрасии Вернале, что как раз страдавшими жертвами домашнего насилия являются больше даже мужчины. Поэтому... Это вы на что ссылаетесь, простите? Это семейная гостья. Семейная гостья. Извините, я вот не готовился, я не изучал вот эти цифры, отчеты по городу Казани. Вы не изучали цифры, но говорите о том, что это стереотип. Что женщина сказала... Можете перебивать, извините, Зимон. Я на «ты» с вами не разговариваю, не разговаривайте с вами. Вы перебиваете, почему вы выкрикиваете, не даете мне... Хорошо, а вы честно. Антон, молодец. Я ведь нормально говорю и... Просто слушайте, я слушаю. В принципе, нужно отталкивать таких шаблонов, что мужчина это агрессор, а женщина всегда жертва. Это абсолютно неправда. У меня нет точно каких-то сведений, потому что нет. А почему тогда это неправда? Я еще собирал, во-первых, мне это не было нужно. И, как сказал представитель до этого, это вершина айсберга, а под ней, под этой вершиной, еще много чего стоит. Можно опровергнуть миф, что дискриминирует. Чем вы опровергли? Только что те, что перечислили, тем, что только перечислили этот миф, вы опровергли. Я исследовал статистику, я ее озвучила. Статистика вы знаете? Она это обычно, вы серьезно? А у вас какая статистика? Вы просто перечислили мифы и считаете, что вы их опровергли. Это вот несерьезно. Смотрите, я считаю, что закон действительно может использоваться для того, чтобы отбирать детей. Он не предназначен для этого, но он этими органами будет использоваться однозначно. Потому что, смотрите, раз в семье происходит насилие, значит, для ребенка уже неблагоприятная среда. И вот уже товарищи тоже так самое, в принципе, озвучили, вполне себе логично, что это будет использоваться. Во-вторых, будет употребление как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Давайте будем немножко спокойнее. Будет с обеими сторонами использоваться для того, чтобы в том числе забрать ребенка себе или имущество себе забрать. В случае развода. Есть такая вещь, как развод, согласитесь? К счастью. А, подождите. Для вас, вот я не знаю, вы же не женаты. С чего вы взяли? Не потому, что даже отцы не хотят они вот этого. Многие отцы очень хотят для того, чтобы, чтобы дети были с ними. И поскольку они хотят, чтобы дети были с ними, чаще всего они не готовы к тому, чтобы разводиться. И они не выступают инициаторами развода. Инициаторами развода в большинстве случаев выступает женщина. И мужчина в этом случае выступает в роли, занимает такую подчиненную позицию в этом случае. Раба. Да. Потому что он остается... комбинат бытового обслуживания. Нет, либо он остается один, ни с чем, и без детей, либо он продолжает терпеть домашнее насилие.
он может прекрасно нанять адвоката. Чем больше у него денег, тем дороже адвокат, тем больше шансов, что он не может. Женщины также могут нанять адвоката и решить все свои проблемы. Если у женщины так ведь? Денег, значит, женщины и то же самое могут сделать. Все проблемы, да какой насилие тогда может быть? Все же могут адвокаты нанять. Что да, медальный закон, что написано, что женщины защищают. Почему говорить, что мужчина может нанять, а женщина не может нанять адвоката? Ну потому что защищает мужчину, поэтому мы объясняем, что нужно нанять адвоката. Я говорю о том, что если ты же такая же... Я согласна с вами, что вот этот закон никого не защищает. Есть дискриминация, грубо говоря, в этом случае. Есть. Я не про этот закон, я говорю в принципе. Я в принципе говорю в обществе. Есть дискриминация мужчин. Мужчина реже может остаться в случае развода с детьми. Хорошо. Так ведь? Да. И долг по алиментам в России, знаете, какой большой? 14 миллиардов. А вы-то к этому отношение какое имеете? Да. Вы же замуж не собираетесь, я так понял. Да с чего вы взяли? Взяли, чтобы не замуж, у нас детей. Мне вам паспорт понятно. Принести. И, да, еще мужчины, собственно говоря, они чаще реже просто пойдут в полицию с заявлением о том, что подвергаются насилию, просто потому что, во-вторых, проще, чем устраивать скандал, там, драться, допустим, бить женщину, проще спокойно вытерпеть все, что она тебе сделает, нанесет, выслушать, потому что успокоить женщину... Это невозможно. Да. Если произошла, скажем, скандал в семье, да, муж с женой подрались. Оба синяки, да, допустим, под глазами. Да? Это что, 116-я погода. Вот. Кто первый побежит в полицию, да? Кто первый пришел, тот и прав. По этому закону вообще непонятно, что здесь физическое насилие. Потому что синяки синяк под глазом, это 116, это побои. А здесь вообще непонятно, что ну, тем более здесь. Если говорить про психологическое моральное насилие, вот я же говорю, что вы перечислили как раз все признаки моральное насилие. То, что происходит, в принципе, в семье, в любой семье практически происходит. Антон, подождите. Вот этот закон в целом, вот я сейчас первое скажу, я согласен с господином полицейским, что большинство вот этих вот побоев, убийств и так далее проходит в семьях маргинальных, где люди, алкоголики, причем большинство оба пьющие. Я вам скажу на личном примере. Прямо домой, на Хадид Акташ, живет мужчина. Его супруга скончалась весной этого года. Не тот инсульт, не тот цирроза печени. Пили оба. Там грохот стоял, похоже, что она головой летала не только об пол и стену, но еще и об потолок. И это продолжалось практически 6 лет. Я 6 лет в этом доме в Новом Джугу. В итоге она скончалась даже не от побед, она умерла от того, что у нее организм алкоголя не выдержал. Да? Что касается вот принятия этого закона. Как гласит старая американская поговорка, дай негру палец, он потом руку запустит. Да? То есть потихонечку сначала мы запускаем вот этот закон, потом еще закон, потом еще закон, еще закон. И в итоге, ладно, тёрстный мужика сделать бесправным рабом для обслуживания женщины. Второй момент, это то, что если мы все россияне, мы понимаем, у нас ни один закон не работает для гражданина. У нас практически последние все законы, которые принимаются, они репрессивные. И этот закон, в том числе, не репрессивный. За валежник можете пошутить в другом месте. Мы говорим о том, что у нас практически все законы репрессивные. И это оно идет к тому, и тот, кто поддерживает... Репрессивные, наоборот, он дает очень большие... возможно, бонусы для профессора домашнего. Бонусы. Он ему дает психолога бесплатного. Который с ним занимается. Этого бесплатного психолога? Психолога только в мышеловке бывает. Господи, это бесплатный человек. И потом, да, давайте спросим. Я вот домашний агрессор. Я могу повысить голос на детей и на свою супругу, если они этого заслуживают. Если я пришел домой... А кто решает, что они этого заслуживают? Я решаю, я глава семьи. Я глава семьи, я решаю. Жена, да, муж, а не муж, а женой. И если я пришел домой, и меня не стали больше, и я их дал за это по заднице. Она никогда не... Вот у меня жена мудрая женщина, она не пойдет в полицию. Я за такое. Слушай, вас, я за такое. Если я... Вы могли право за него не выходить замуж. Конечно! Если мой ребенок... Если мой ребенок в школе... Вот у меня последний случай. В школе она родительница обращается, сын не понимает. Я повысил голос, я ему громко объяснил, как делать нельзя. И ребенок меня понял. В противном случае, если я им буду шептать, и вокруг него просто теплым ветерком будет, в конце концов, это
ко мне придет ПДН и поставит моего ребенка на учет. И не надо говорить, что это не так. Ну, вы знаете, по этому закону, если семья не идеальная, она должна быть разрушена. В той семье, где повышают голос, это все, это уже это агрессор. Вы можете повышать голос на детей. Вы по этому закону даже в семье. Потому что, когда я был маленький, для меня голос не выражал ни папа, ни мама. И если я заслуживал... Если я заслуживал, то для меня Господь в раскопах, я его не Вчера девочка покончила жизнь самоубийством, она 14-летняя девочка, кинулась по поезду, 21 день записывала видеообращение, которое лучше не смотреть. И в этой семье, как выяснилось, вот примерно такие же, ну, меры воспитания. Когда, ну, возможно, я не знаю, какие меры у вас, то есть я не к тому, чтобы плохо, неплохо, я не судья вам. Я к тому, что к ребенку нужно индивидуально подходить и смотреть, как он в душе реагирует на ваши методы воспитания. Это я же вам говорю как родитель, у меня тоже двое детей. И вот на практике, знаете, вот когда вот эти 21 смотришь, уже как-то думаешь, я уже задумываешься потом над тем, повысить голос, не повысить голос, и вы же даже сам не знаешь, как вести с ребенком. Поэтому я вам советую, как мужчина-мужчине, просто будьте осторожны. Да, нет, я в этом плане осторожный, но мне одному 13, одному 10 лет, я не понимаю. Слава меня. Богу, дошли. Есть детский психолог, если у вас есть какие-то проблемы с детьми, вы знаете, у меня нет проблем с детьми. Информацию, у меня нет. Вы думаете, и у них со мной нет. Можно сходить к детскому психологу. Почему вы вообще сразу осуждаете его? Потому что обыкновенный процесс воспитательский в семье, грубо говоря. Это необыкновенно. Вот именно, грубо говоря, иногда в случае, когда воспитывает ребенка, поднял голос и считает это хорошим. Вот совет ведь, когда направляется какие-то проекты законов, обсуждает, насколько я понимаю. Да, конечно, коллеги, мне сегодня было очень интересно, вот реально я смотрела, мне все точки зрения интересны, девушки и женщины, которые в этом вопросе работают, вы, которые реально оказывают психологическую помощь, посмотрела на сайте вашей организации, на 11 Казани, на городе Казани, реально женщины там обращаются. И вот у нас, я, конечно, новый депутат, да, который только что приступил к обязанностям, и у нас создана такая организация «Бахамат» женская. И как раз мы вот эту проблему сейчас начинаем обсуждать, почему я сюда и пришла. Мы обязательно это обсудим на фракции, обязательно еще раз посмотрим проект закона. Потому что сегодня, то, что я посмотрела, я, конечно, на другом комитете, я обязательно буду участвовать в комитете по соцразвитию, и этот проект мы посмотрим. Конечно, коллеги, вот все, что вы говорите, какие-то мнения субъективные есть, какие-то мнения объективные. Но вот, на мой взгляд, я полностью своего коллеги поддерживаю, полномоченного замначальника отдела РАУФа, да? Почему? Потому что, конечно, все начинается с семьи. А что такое семья? Значит, государство должно обеспечить такие условия в семье, чтобы таких проблем не возникло. Допустим, ребенок родился. Конечно же, полноценная семья – это здорово, это супер, все 100% развития ребенка. Но он должен правильно пойти в детский сад. Допустим, наши мамочки не должны страдать. Почему полтора года у меня нет места в детском саду? Да? То есть она должна точно знать, у меня будет работа, потому что я мама, у меня будет для моего ребенка детский сад. Все, вот эти проблемы уже начинают воспитываться с маленькой семьей. Дальше, конечно же, ребенок должен идти в школу. Школы у нас сейчас, вы видите, что они развиваются. У нас школы строятся очень много. Ну вот мы, на чем сейчас боремся, это против второй смены. Потому что во второй смены уже ребенок, значит, не защищен от каких-то обстоятельств, от того, что он поздно приходит домой, от того, что он не успевает делать уроки. Конечно же, очень много проблем и в государстве, и в городе Казани. И то, что вот я сегодня послушала, для себя я еще больше проблем обозначила, на которых, конечно, должны мы все работать. Конечно же, это обеспеченность рабочими местами. Почему? Потому что вот я тоже до этого работала в мэрии Казани, начинала там с маленькой должности. Ты тоже, ты не выходишь замуж при ребенке на 4 лет, потому что ты только встаешь, ты молодой специалист, ты должна вникнуть в проблемы, ты должна отработать. Вот у тебя родился ребенок. Да, конечно же, есть у нас задержки на работу после 6 и тому подобное. И вот эти моменты, конечно же, в мозгу складываются. И мы какое-то вот воспитание своим детям не даем такого достаточного, которое бы хотелось бы это воспитание полностью дать.
Есть проблемы, коллеги, но вот вы благодаря вот совместным усилиям, благодаря вот вам, спасибо, что вы пригласили, потому что вот реально проблема большая. Эта проблема сейчас уже идет на уровне государства. Почему? Потому что не должно быть насилия нигде, ни дома, ни на работе, нигде абсолютно. А семья это, я считаю, что семья это у нас ячейка нашего общества, это наши дети, это мы с вами. И то есть и нас также воспитали, родители наши воспитали. Но семья это то, что, на чем строится наше государство. И вот сейчас наша задача ее поддержать так, чтобы таких проблем, как мы сегодня обсуждаем, было меньше и меньше, коллег. Спасибо вам всем огромное. Совет будет обсуждать, то есть какие-то рекомендации? Да, обязательно, обязательно, потому что я уже написала, да, что это законопроект, потому что я, к сожалению, тоже пришла сегодня вас послушала, я, честно говоря, под большим впечатлением. Коллегам написала, они говорят, что как раз на следующей неделе планируем обсуждение по законопроекту. Поэтому мы обязательно дадим информацию, мы все разместим на сайте, на госсовет, то есть надо его, конечно, изучить и посмотреть. Спасибо, спасибо. Небольшое уточнение, я бы хотел просто дополнить вашу речь. На самом деле центр оказания помощи женщинам в случае насилия домашнего, он не единственный в Казани. Да. То есть есть еще центр защиты материнства. Ну просто есть, чтобы остальные да, тоже знали, да, они, да, они тоже занимаются такими же женщинами, там тоже оказывается им помощь. Поэтому ну, я просто прошу не говорить, что есть еще центр. Несколько благотворительных организаций, которые... Сейчас НКО, я полностью согласна, да, несколько благотворительных НКО. То есть в этом процессе участки, я, конечно, понимаю, что небольшие деньги. Но, допустим, 300 тысяч для развития, для тех же психологов оказания помощи, конечно, это деньги хорошие. Нельзя безопасность обеспечить. Может, безопасность, да, да, согласна. Смотрите. Безопасность воспитания. Подискутировали. Воспитание и морально-нравственном состоянии. Одно социальное экономическое уровня жизни. Это уже не по этому закону. Это не по этому закону. Но это по этой проблеме, вы поймите. Это по этой проблеме. Если бы не было конкретных случаев, ситуаций, когда органы внутренних дел не смогли защитить женщину, не смогли защитить ее детей, не смогли защитить мать от сына, если бы этих конкретных случаев не было, если бы органы внутренних дел в полной мере защитить их от этих ситуаций, мы бы не обсуждали этот закон в принципе. Здесь бы не сидела Марина Игоревна. У нас не было бы еще 5-6 организаций по городу, которые на добровольной основе, на собственные деньги этим женщинам помогают. Если бы в моей жизни, как минимум в 2 случаях конкретных, касающихся моих близких людей, не было, мы бы не обсуждали сегодня этот вопрос. Вы знаете, я хочу сказать, то, что я слышала от работника полиции, что они не смогли решить проблемы семей, где наблюдалось насилие, по причине того, что женщины просто отзывали свои заявления, не доводили дело до конца. Девушки, которые занимаются работой с женщинами, феминистки, да, они вообще должны разъяснять женщинам права и вообще разъяснять. Да. Вот этим в первую очередь заниматься. Женщины не знают, что... Что женщины не знают, что они, забрав свое заявление, они развязывают руки. Они знают. Но по какой причине? А тогда полиция никаких не будет. Даже не забывайте о кризисных центрах, поэтому мы говорим о некоммерческих организациях. Поэтому мы говорим о возможности такой женщины обратиться не в органы внутренних дел, а к людям, которые... Сейчас, пожалуйста, ничего это не мешает. Закон этому не препятствует. Сейчас возможности... Если мужчина и женщина... Вы закон объясните. Если мужчина и женщина вступают в союз добровольно, никто друг друга в ЗАГС не тянет, как известно. Если они рожают детей, то, наверное, вот семья – это ячейка общества, как организм, который сам там своими взаимоотношениями, правильно, выстраивает вот свою семейную жизнь. Они решают, как они будут воспитывать детей. Отдадут, не отдадут садик, отдадут, не отдадут школу. И вот сейчас что предлагается вот этим законом? Это просто государство будет незримым оком сидеть и смотреть над тобой, понимаете? То есть настолько сейчас семью хотят отстерилизовать от принятия собственных решений, от принятия всего этого. Это вмешательство государства уже в семейную частную жизнь. Этот закон опасен, я еще раз говорю. Этот закон маленький такой, день-день-день-день. Первый звоночек, что государство, в конце концов, правильно, как вот шутили в прошлом году, поставит тебе камеру в спальне мужа жены и поставит такую же камеру детям, понимаете? И будет решать все за них.
Нас хотят просто этим моментом полностью законтролировать. И не надо говорить ни о какой защите. А вот если уж говорить по-честному, ну, чисто по-мужски, наверное, здравый ум женщины, они этого поймут. Если ты видишь, что твой мужик распускает руки, и либо иди доводи дело до конца в полиции, либо пошла в суд, развелась, найди другого хорошего. Если ты, мужик, понимаешь, что у тебя жена не ряха, не домохозяйка, борщ не варит, рубашку тебе не стирает, да разведись ты с ней. Иди женись на другой. И нет проблемы. Вот в данном случае нет проблем. Что касается, да, когда детей, правильно Антон говорил, в большинстве случаев суд станет на сторону женщины, а не на мужчины. К сожалению, вот в моей семье был такой пример, да? У меня один родственник есть, у которого родители развелись. И мама крайне давала с отцом встречаться. Хотя отец партийный человек был, работал на хорошей должности, зарабатывал деньги. То есть она вырастила маргинала, алкоголика, и после 18 лет, когда прекратилась выплата алиментов, она сказала, вот теперь иди к папе. А вот теперь папа этот всю жизнь крест несет. Он же сам ее выбрал, по вашим словам. Он сам не развелся. Он развелся, в том-то и дело. Он не. Он не смог получить право. А он право. Подал в суд. Естественно. На опеку. Естественно. Но это было еще в советское время, и суд всегда встает на опеку. А теперь вот один пример из личной жизни. Почему мужик, подождите, почему мужик априори виноват? У вас не было денег на адвоката, поэтому у вас не заходит. Это не у меня. Это не современно. Подождите, а теперь я вам скажу, почему мужчина будет всегда априори прав. В Чистопольском изоляторе я сидел с мальчиком молодым. Ну как, мне тогда было 31, ему 25. Он приехал выпить к своему товарищу. Туда пришла маргинальная женщина, как говорит Путин, с низкой социальной ответственностью. Он ее пальцем не трогал. Ему шьют дело 131-я статья. Это про женщину? Я говорю сейчас про конкретно правоприменительную практику. Его обвиняют в 131-й статье в изнасиловании. Что нужно, чтобы доказать изнасилование? Нужно взять биологический материал, правильно, господин президент? И сделать все. Ничего этого не сделано было. Судил его Лаишевский районный суд. А гособвинителем был господин Циома Владимир Николаевич. Парень отсидел от звонка до звонка 4 года. Ничего абсолютно не было применено. И вы еще говорите, что этот закон... Денег на адвоката не было. Был у него адвокат, и деньги у него были. Я вам хотел расскажу одну фразу, которую я в прошлом году услышал в советском районном суде от судьи Эрика Хабибуллина. Когда подсудимый требовал, чтобы был не назначен адвокат, а именно его, с которым заключать договор, судья бросил великолепную фразу, как будто от адвоката здесь что-то зависит. В суде от адвоката ничего не зависит. Конечно, зависит. Не зависит. Не зависит. Запомните, в нашем российском суде, где 0,02 оправдательных договоров, а в сталинском проклятом времени их было 7%, ничего у нас от адвоката не зависит. А в фашистском 15%? У меня к вам такой вопрос. Если вы говорили о том, что женщины многие забирают заявление после того, как дают через несколько дней, это связано с тем, что они боятся каких-то, ну, по вашему взгляду, или... Или какая причина в большинстве случаев? Ну, не то, что боязнь. Не то, что вода, не то, что боязнь. Есть такая пословица, да, ночная кукушка. Вот. Ну и вообще семейно. Женщина, во-первых, она боится и за свой семейный очаг, и за детей непосредственно. Без мужчины, ну, понятно, что воспитывать ребенка уже проблематичнее. И когда такие установки стоят у нас в умах большинства женщин, это так происходит. Вот я что хотел сказать, вот, в принципе, я согласен, да, что вы говорили, вот во фразе в той, что если ну, начинается побои и так далее, нужно помогать женщинам приходить к тому выводу, что ну, необходимо с детьми. И помогать им решать вопросы именно вот, и с детьми и так далее. Вот, в этом нужно помогать, потому что они все, многие боятся это делать, они, понятно, многие зависимы материально от этого, это все ясно. У кого-то родители там в другой области или в другом конце России находятся. Вот в этом, да, вот именно труд ваш, он даже переоценить невозможно. Здесь вот нужно, вот моя точка зрения, именно приводить надо к этому. Да? В первую очередь, экономическая независимость. Отсюда вопрос. Не будет всю жизнь отвлекаться. Она после этого Хорошо. А как бы ясно у нас есть, куда ребенка маленького отправить? Право Фарисевич, отсюда вопрос. Я благодарна вам, что вы сказали, что эта работа необходима. Отсюда вопрос. Как часто органы внутренних дел имеют хотя бы какие-то контакты кризисных центров, чтобы эту женщину конкретно отправить туда и знать, что она хотя бы начала
действовать в сторону спасения будущего, будущего, скорее всего, своей жизни, да и настоящим часто. Ну, что, жалею, Подождите, я спросила, с инспектором, что касается ПДН, то есть касается детей, да, согласен, они... Это дети. Да. А вас нет, но, к сожалению, да. Но мы, в принципе, открыты, обращайтесь, и мы... Никому никогда не отказ таких инициатив. Вот это сейчас платформа для разговора. Мы, в принципе, как бы разъяснительно работаем с ними. То, что вот есть такой центр, если у вас какие-то проблемы, что вот нужно разъяснить вам, как боитесь этого вопроса, и вот здесь вам будут разъяснить, то мы... Да, хорошо. То есть можем как бы им говорить, то, что вот такая, если мы субъективно видим, то есть, ну, своими глазами видишь, что такая ситуация, что женщина, ну, в большинстве случаев, говорят, что мужчина пьет, я не обобщаю всех мужчин и так далее, но с реалии, все, ну, к сожалению, таковы, что мужчина злоупотребляет, обычно там после 40 лет примерно, вот, ну, опять же, типизм тоже не буду переходить, и она как бы привыкла к этому быту, вот она как бы так живет, ну, там, пьет и так далее, ну, здесь, не, ладно она, вот есть же тоже сын, который может ту же манеру поведения потом принять. То есть, ну, психологически я тоже книжки читаю, и все вот это, что касается психологии и так далее. Вот к этому, да, ну, не вопрос, вот я взял, в принципе, разошлем своим участковым, если такие ситуации есть, проведем учебное занятие, чтобы, как бы, в таких случаях давали телефоны, если кто-то боится. Я вам хочу сказать, что вот там 4 года тому назад у нас был совместный проект с ПДН, и мы прямо вот в участках распространяли информацию, информационные листки, брошюры. То есть у нас был такой проект, было определенное количество денег, мы их истратили на то, чтобы сделать эти брошюры, информационные листки, не только по нашей организации, но и всех других тоже, которые оказывают помощь. Но вообще я хочу сказать, что в отсутствие законодательной базы по профилактике насилия в семье мы работаем, конечно, маргинальными партизанскими методами, и в том числе и незаконными. То есть я сама пробивала через службу безопасности там, финансовые организации людей, которые пользовались компьютером МВД. Потому что там была просто такая ситуация, когда действительно мужчина, мошенник, который отсидел за мошенничество, представлялся крутым убийцей, и женщину запугал, я, ну, там, ломал ей руки, ну, пальцы ломал, запугивал, никуда не выпускал из дома. В общем, это было истязание самое настоящее, и он ее запугал до такой степени, что он вообще отсидел за убийство там 10 человек, и он сейчас ее просто вообще прям щелчком от него убьет. И когда мы пробили его незаконным образом через эти компьютеры, оказалось, что он мошенник. И он настоящий мошенник, использует свои, так сказать, навыки профессиональные, мошеннические. Ее запугивал, это было основание. То есть это ненормально, когда так работают коммерческие организации. Я вот что хочу сказать, почему мы должны так работать? Ну что вообще стыбо? Я уже рассказывала, уже написано. Что такое убежище? Это значит, сотрудницы кризисного центра ходят с берданкой вокруг избушки в лесу. Это что вообще? Почему мы должны в состоянии партизанта находиться? И почему потом хотят, чтобы вы адекватно? Никто не против того, чтобы агрессоры были действительно наказаны соответственно закону, и женщины были защищены. Подождите, не говорить. Никто же не против. Вопрос за. Вопрос в том, чтобы это не переросло. Подождите. Не переросло в то, чтобы это было злоупотребление. Он вот абсолютно невиновный. Есть закон, есть бюджет. И все это очень просто. И какие Закон есть бюджет. Еще заодно сразу скажу, по тому случаю по ЕСПЧ, да, который принял решение о том, что не реагирует наша власть. Но она не реагирует, она в нарушении наших законов не реагирует. То есть женщина подавала заявление, и
и не забирал его. Те, которые там звонят, они не будут так запугать. Да. Ну, нет, я говорю, что их... Подождите. Хотя бы нам позвонили. Правильно. Понимаете? Ну вот, да. Дальше. Сейчас в текущем законодательстве тоже есть такие вещи, как защита свидетелей, да, и защита потерпевших. Оно есть. И действительно надо финансирование выделять на это нормальное финансирование, чтобы всем хватало. А для того, чтобы был бюджет, нужен закон. Да есть закон. Нет, закон, нет, закон есть, нет, я пройду про него. Закон уже есть. Нет, нет закона, нет методов взаимодействия, они прописаны. Что делает соцзащита? Вот тут как раз прописано. Вот что есть в этом законопроекте меняемого? То, что там прописано взаимодействие. Вот не надо у него ничего плохого, хорошее отнимать. То, что у него есть плохое, То, что хорошее, уже есть и в других местах. Тоже есть хорошее. А то, что плохое, это презумпция вины и безответственность. Прописанное взаимодействие. Это хорошее. Когда каждое ведомство отвечает за конкретные мероприятия, грантов. Поэтому закону выделяется бюджет. Вы же не с нуды свалились. И этот бюджет не я лично, и вы формат не сможете. Нам с вами не дадут. А сколько вообще в Казани? Потому что можно успокоиться и не нервничать. А сколько в организации вашей? Потому что гранты. Бюджет. Это государственный. Конечно, государственный. А какой еще? Это государственный бюджет для государственных учреждений, понимаете? И вам ни мне карманы не достанет. Это закон. Я говорю, что Успокойтесь, перестаньте лгать прямо рядом. В законе прописано участие в законе. Почему вы такая ложь? Не перестаньте глупости говорить и всякую ложь. И бюджет государственный. Это мы богатая страна. Почему наше государство не может... Почему не может государственный бюджет? Нас богатые люди. Хватит. Какой герой? Ну, давайте закроем дискуссию. Нет, ничего, потому что вы все время гостите. Я не причем носит литератор. Психолог. Мне вот непонятно, почему все тут говорят о том, что будут детей отнимать, будут там сажать и прочее, хотя в законе нет ничего вообще про наказание. Оно про профилактику. А вы смотрите просто воду. Начинается на семью. Сосед вмешивается на семью. Хотя я буду смотреть, да? Что там... Не хочу отвечать, я никому прав. У меня вопрос не главный, а вам стал вопрос. У меня конкретно вопрос. Вы можете помолчать наконец, да? Спасибо. Вот у меня конкретному спикеру вопрос к Айгуле. Получается, вот вы озвучили формулировку психического насилия, да? Психологического. А, психологического, да, прошу прощения. И получается, под этим вы также подразумевали, получается, угрозу животных одному из партнера и... Что еще там было? Угрозам относиться к угрожать не только своим родственникам, своим животным. То есть я выкину твоего кота, потому что он мне загадил тапки, блин, потому что он царапает диван. Все, это угроза. Нет, это нет, угроза, это когда, например, у меня твоя собака дома, и если ты ко мне не вернешься, ты не придешь прямо сейчас, я ее убью. Вот это угроза. Ну, в законе это не прописано. Ладно, я, у меня другой еще вопрос. Как, по поводу самооценки. У меня твоя телефон, типа я его узнаю. Как это влияет на человека? То есть вы психологически не понимаете, да, что это давление сейчас, шантаж? Это не давление, психологическое давление, я это не считаю. Ну, ладно. Мы так понимаете, когда вы влияете на человека, это преступление, реально. Если человек, и там животное как-то с ним обойдется нехорошо, это будет насилие над животным, но не над тобой. Вам нужно к психологу, потому что они уже доказали то, что это является психологическим насилием. Я это ваша проблема, когда вы знаете за свое животное, это ваша проблема. Это проблема того человека, который там. Еще один вопрос по поводу самооценки также. Вот вы озвучили пункт, что получается понижение самооценки вроде одного из партнеров тоже является психологическим насилием. Я правильно вас понял? Регулярное, да. Регулярно это что? Это... Нет, в законе этого нет. Это и в конвенции, как в Стамбульской, которая... Я сразу сказал, у меня не к вам вопрос. Вот. Вот теперь местность.
Ну, получается, можно и критику любую, то есть критику в адрес одного из партнеров воспринимать как понижение самооценки. Я правильно вас понимаю? Если тебя регулярно оскорбляют... Ну, если жена, допустим, плохо готовит, ей регулярно об этом говорят, понижает ее самооценку, соответственно. Смотря как вы это говорите, если ты просто плохо готовишь, это не оскорбление. Оскорбление. Ну как, это же понижает ее самооценку с каких-то опытов, все равно. Здесь очень тонкая грань. Вот. Вы ее не озвучили? Говоришь... А ее никто не озвучил. Значит, даже не в законе. Кто будет решать эту грань? Эту грань, еще раз говорю, решает психиатр. Ты приходишь к психиатру, и если у тебя невроз на фоне того, что тебя постоянно оскорбляет муж или депрессия, и ты хочешь... покончить жизнь самоубийством, то это является психологическим насилием. Ведь люди тоже бывают, так скажем, чувствительными, чувствительными. Может, это жену так задеть, что она разревется. Я знаю, присутствует сексуальное меньшинство, которое очень интересует этот закон. Где? Но я думаю, если мне стыдно, они сами себя. А они сами себя обозначат, конечно. Я не могу. А получается, они заинтересованы, получается, что он законник. Почему? Однополые браки в стране легализованы? Вот. Второй момент, мне непонятно, почему не приглашены. Пожалуйста, у меня вопрос просто к организатору. На самом деле, я очень рад, что мы действительно сегодня создали такую площадку для дискуссии. То есть вопрос, скажем так, глубоко, да? Но непонятно, почему все-таки как-то односторонне все это произошло, почему не приглашены сюда все организации, которые действительно занимаются проблемой семей. Она худеет? Пожелала. Худеет? То есть через видео мы сюда, да, она выступила, значит, Казанской городской думы, мы пришли, мы приглашали психолога, то есть... Мы не можем как бы пригласить тоже 20. Ну, понятно, да? Но то есть мы, что специалисты постарались, как бы, ну, вот кого мы нашли, кто согласился, всех мы пригласили. То есть мы постарались обсудить. То есть это не значит, что мы, наше обсуждение может быть единственное, оно претендует на какое-то там последнее слово. Да? То есть мы попытались закон обсудить, потому что когда мы начали заниматься, ну, во-первых, у нас было решение его партии о необходимости принять закон не конкретно вот в этой редакции, а вообще в принципе такого закона. И когда мы проводили пикеты одиночные, то есть к нам подходило очень много, ну не очень много, но подходили люди, говорили спасибо за то, что вы это делаете. Вот. Потом у нас есть в WhatsApp разные чаты, там завязалась очень такая дискуссия. На мой взгляд, интересно, когда там противники этого закона там обвиняли нас, в чем-то нас не обвиняли. Вот, нам показалось очень важным именно провести вот эту вот открытую дискуссию. Мы сюда приглашали достаточно много средств массовой информации, насколько я понимаю, пришли, я вижу два, может быть, еще кто-то есть из СМИ. Вот, то есть не знаю, по какой причине проигнорировали. Вот, то есть мы... И считаем, что необходимо вот такие законы, которые, по которым есть неоднозначное понимание в обществе, именно обсуждать публично. И не только на нашей площадке. Я считаю, что должны быть вообще, как бы этим и мы должны заниматься. Этим должна заниматься общественная палата. Этим должна заниматься Государственная дума, Госсовет. Я поэтому у Ольги Михайловны спросил, когда будет рассматриваться закон в Государственном совете, чтобы желающие могли написать, например, письма своему депутату. То мы считаем, что это круто, или прошу вас внести в качестве там, поправки какие-то, вот, какие-то вещи, например. Да? Вот. То есть, чем больше обсуждения, мы поэтому как бы пригласили всех, кто за этот закон, и кто против. То есть для того, чтобы... Потому что в обществе не хватает, на самом деле, дискуссии. Но на самом деле, я, простите, немножко поправлю. Дело в том, что действительно не всех приглашали. Дело, ну, мы вообще узнали случайно об этом деле. И вот я лично узнал вообще о человеке из Санкт-Петербурга, который просто обратил внимание, что вы уже проводите. Ну, это просто небольшая поправка. Ну, и у меня еще один тоже вопрос именно к вам, да, по поводу самого законопроекта. Как вот уже обозначили, да, уже Татьяна обозначила, да, вот Роман Борисович, кстати, тоже высказал озабоченность, да, вот этими непонятными формулировками в этом законопроекте. То есть, однозначно, законопроект, он очень размытый, да, и
позволяет трактовать очень широко вообще. Я понятие, соглашусь. Да, психологического, экономического насилия. Но что самое главное, действительно, это тоже уже озвучили, то здесь получается презумпция виновности семьи. И даже вот представительница феминистов, да, они высказали такую фразу, которая, по сути, отражает смысл закона. То есть семья – это самое опасное место на Земле. То есть они так вот и сказали, да, ваши статкалки из вас. Вот. И получается как? То есть даже, вот, ну, насколько я знаю, вы же придерживаетесь либеральных ценностей, да, то есть ваша партия. И согласно этим ценностям, в принципе, да, получается, что у каждого должны быть равные права, да, то есть, ну, презумпция виновности в принципе не должно существовать, даже вот по вашей идеологии, да, по вашим программам. И вы в то же время начинаете поддерживать этот законопроект, да, вы говорите, вот вы лично говорите о том, что он нужен, именно этот законопроект, который позволяет ввести презумпцию виновности в отношении семьи. Но это противоречивое понятие, мне вот это вот не совсем понятно. Вы можете как это понять? Да, как это вот ваше понятие? Значит, когда бюро партии принимало решение о необходимости этого закона, еще данный законопроект не был внесен в Государственную Думу, было, разрабатывались несколько законов, то есть сегодня дошел один вот до того, что он внесен в Государственную Думу. Поэтому мы говорили о необходимости не конкретно этого закона вот, в этой редакции, а вообще о необходимости данного закона, который бы давал возможность защиты. Мы выступали в свое время против декриминализации Уголовного кодекса, когда семейное насилие уже трактовалось не как уголовное наказание, а как просто правонарушение в соответствии с административным кодексом. Теперь, что касается этого закона, да, там есть некоторые моменты, которые могут быть действительно использованы как-то. Да, но в то же время там написано о том, что это не просто заявление, то есть оно проверяется, должны быть основания какие-то. То есть не просто женщина, например, или мужчина пришел, то меня там обидели, да? То есть после этого заявления должна проводиться какая-то проверка. И в этом законе вообще мало чего написано, вот как, что должно проводиться. То есть в большинстве своем здесь все отдано на откуп уже нормативной базе там МВД, каким-то там структурам государственной власти, которые в соответствии с принятием данного закона должны внести какие-то свои приказы, там, инструкции и так далее. Но, на мой взгляд, я считаю, что в принципе в законе необходимо все-таки максимально прописывать определенные вещи, потому что закон принимается все-таки публично, а инструкции, они принимаются ведомственные, они, как правило, не обсуждаются. Это мое личное мнение. Понятно. Ну, в таком случае у меня вот предложение, на самом деле, потому что действительно проблема домашнего насилия, она существует. Но и все-таки, как я понял, да, ну, пусть, может быть, неофициальные данные говорят о том, что цифры не меняются, да, но официальная статистика говорит о том, что в процентном соотношении, по крайней мере, количество регистрируемых преступлений в области вот, да, семейного насилия, оно снижается. Причем по данным именно МВД, оно снизилось, например, за последние 5 лет на 25%. То есть получается, что проблема на самом деле с каждым годом становится меньше, но почему-то распространяется информация о том, что проблема растет. Хотя, ну, по сути, там получается не растет, а как минимум остается на одном уровне, да? И решать ее нужно в таком случае, действительно, нужна профилактика, но какая? Вот опять же, Роман Фаридович озвучил, да, что абсолютное большинство преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения. Может быть, есть смысл вот как раз создать контрольный орган какой-нибудь более существенный, вот, наблюдение за этими людьми, то есть оказывать им действительно принудительное лечение, вот о чем уже было сказано сегодня. Вот какие-то такие меры принимать, причем здесь семья. Трезвители скоро введут обратно. Да? Вот, замечательно, замечательно. Это на самом деле очень хорошая инициатива. И они как раз вот помогут еще снизить уровень насилия, и при этом бюджетные деньги не будут расходоваться на непонятные организации, да, каких-то третьих лиц, так называемых, которые будут заинтересованы действительно в получении средств. Для того, чтобы влазить, да, в интересы семьи. Вот, например, сексуальное меньшинство, это очень интересно будет. То есть принятие такого закона по одной простой причине. Потому что их интересует не традиционная семья, где папа, мама, дети, а папа-папа, мама-мама, точнее, там, родители, как это принято, кстати, в западных странах. И опять же, вот по статистике западных стран, я бы хотел привести просто. Я извиняюсь, я не понял, а как сексуальное меньшинство
относятся именно к этому. Их цель разрушить традиционную семью и ввести понятие своей семьи. Понимаете, гендерная семья, там, я не знаю, какие понятия, там, шведская семья. То есть тут интерпретацию очень много на самом деле. Вот. Самом законопроекте его нет. Я уже сейчас говорю, как контекст говорю. А можете для журналистов объяснить контекст? Журналисты, вот я не понимаю, чтобы я написал. Вот вы говорите, что это начали писать разные мнения. Ну, хорошо, я вам объясню. 70 организаций, которые поддержали наш шведский отчет по реализации Стамбульских соглашений, которые частично отражаются в этом законопроекте. То есть говорят о том, что с 2013 года, то есть к 2018 году, количество преступлений, да, в семейной бытовой сфере, оно увеличилось. Хотя подобные законы были приняты. Потом то же самое в Казахстане, кстати, упомянуты вами. Да. Там есть подобный закон, там уже внесло 14 поправок в эти законы. На 90% увеличилось преступление в области семейной бытовой. Есть разница между реальными преступлениями и администрированными преступлениями. То есть, когда условно совершено преступление, об этом никто не знает. Это одна вещь. И другое дело, когда человек идет и обращается. Понимаете? Я хочу сказать о полезности закона, который был принят, о том, что где его нельзя называть. В чем плюс его? В том, что женщина, предположим, она, зная, что ее мужа не посадят на 2 года, и она не останется с детьми на руках, она активнее идет в полицию, пишет заяву на него, и его условно сажают на 15 суток. Семья сохранена, муж не в тюрьме, он возвращается, и эту проблему как-то можно урегулировать. Можно она в этот момент успеет там, решит развестись, еще что-то. То есть, хочу сказать, администрирование улучшилось, и, мне кажется, это снизило количество смертей и тяжелых случаев. То есть, когда женщина терпит до конца, ее могут там убить до конца и удалить количество участников. Как проблема решает данный законопроект? Я хочу сейчас апеллировать к тому, что декриминализация работает. Женщины меньше терпят и быстрее идут и говорят о том, что не болит. Понимаете, это хорошо. Но в данном случае происходит наоборот криминализация. Происходит криминализация семьи. То есть в контексте Значит, работает закон, предлагает. Все так, друзья. Можно я про 70 организаций быстренько скажу? Я просто открыла полный список. Пожалуйста, давайте не будем дезинформацию устраивать. Тут есть где-то 5 феминистских организаций и 1 ЛГБТ-организация из 70. Остальные организации – это Комитет против пыток, Комитет помощи беженцам, благотворительная организация «Ночлежка». То есть, пожалуйста, не надо говорить, что он полностью состоит от феминистов. Вы можете озвучить идеологию каждой из этих организаций? И кто не человек, я уже сказал, друзья. Друзья, послушайте меня, пожалуйста, у нас осталось полчаса, и у нас тут присутствует Городова Маргарита Владимировна, педагог-психолог, медиатор муниципальной службы примирения. Я хотел бы дать ей слово, чтобы она тоже по данному вопросу. Здравствуйте, я не планировала выступать совершенно, я просто пришла совершенно случайно, узнала о мероприятии, просто так как не подошел к психологу, да, как я понимаю, здесь у нас просто возникают психологические вопросы, я хотела несколько буквально слов сказать, почему, да, потому что сейчас что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что у нас есть оппоненты, два лагеря, и абсолютно нет конструктивного диалога, да, то есть если говорить о психологии, да, я коротко, я знаю, что все устали, обобщу. Здесь очень много звучало, что все должно решать непонятно психолог, психиатр или в другом месте. Конечно, как бы так не бывает.
например, прошлый себя показать, как вы работаете, да, то есть я курящий психолог, вот приходит семья, СПД, сюда, там возможный риск насилия, возможно нет, возможно кто-то наговаривает его. Вот в моей практике были случаи абсолютно все. Вот так называется, то есть вот это латентное, да, такое впечатление. На самом деле инцидент действительно серьезное уголовное дело, там действительно все. Другое дело, то на диагностическом интервью другой случай. Вроде все, у тебя накрывают настоящее насилие, да, то есть полностью, да, мы начинаешь когда дальше работать с ней, помогать ей, выясняется, что у человека просто психиатрический диагноз. То есть у нас тоже есть подозрение как у психологов, мы обязаны направить психиатру на контакты, все, дальше мы с этим человеком имеем право работать, только время рекомендации. То есть говорить о насилии в семье, вот у меня в дискуссии, да, даже вот, я уже прошу прощения, да, даже до суда доходили, и какие-то некорректные примеры проводили. Но здесь один из критерий. Это критерий страха. Если есть страх, значит, можно предположить насилие и служение. Можно предположить. Если страха нет, если просто в семье идет конфликт. Если просто в семье идет конфликт. Я не говорю, что спрашивают, правильно конфликт служит. Потому что конфликты, тенденция, это часть нашей жизни. И вот, к сожалению, ушел домой наш коллега, да, полиция. А когда мы приводим эти примеры, когда там на женщину упились, подрались, или просто там какой-то конфликт, драки, это ведь не про насилие. Это про конфликты в семье, которые бывают разные, они зависят и от уровня культуры, так скажем, от воспитания, вообще от модели поведения для того или другого человека. Если говорить с юридической точки зрения, да, вот мы тут сотрудничаем, наша организация, ну, вообще-то наше полное название комплексный центр социального обслуживания населения, сейчас называемся насосное отделение, я представляю отделение социальной правовой защиты несовершеннолетних, по-другому муниципальное слово примирения, то есть мы чем медиацией занимаемся. То есть помощью в разрешении споров, это сейчас нам медиатор нужен, для того, чтобы конструктивный диалог получился. И вот, да, то есть получается, что когда вот мы сотрудничаем, мы же также общаемся с представителями комиссии по защите несовершеннолетних, я, например, вообще, одно время вообще сидела в этой комиссии. Это очень тяжело, я сразу скажу, потому что все-таки направленность есть не на индивидуальный подход, а все-таки формальный подход, штрафы и так далее, и так далее. Но у нас есть договоренность, вот Советский район города Казани и Кировский, Московский район, они все-таки направляют людей в семьи в состоянии конфликта к нам, где мы проводим медиацию, где мы уже вступаем в качестве медиатора. Ну, конечно, эта процедура совершенно добровольная и это просто лишний инструмент, да, альтернативный, так скажем, инструмент, да. Если не удастся договориться с тем же супругом по поводу там, выделения места жизни с ребенком и по таким причинам, то вот этот вот административный жесткий аппарат все равно там что-то будет, да. Мы стараемся тоже это не допустить. И вот сейчас просто я хотела просто призвать, что ли, я не знаю как, вот конструктивному диалогу между вот сторонниками и противниками законопроекта, то есть здесь я с вашим позволением выступлю как нейтральная сторона, потому что это неправда, что в споре рождается истина, в споре истина не рождается, а истина рождается в конструктивном диалоге. Как именно добиться, я не знаю. Но мне кажется, здесь нужно продолжать какие-то дискуссионные площадки, какие-то мероприятия, обсуждения. Просто здесь ведь как? Каждая сторона, у нее есть свои страхи, страхи обоснованные. Свои ценности, которые здесь просто они сталкиваются, у меня такое впечатление создалось, что просто не слышат аргументы одной стороны, не слышат аргументы другой стороны. И вот это попадание в какое-то противостояние происходит, поэтому мы часто видим, что некоторые даже некорректные, высказывания, да, и вот и споры, и уже тут конфликт разрастается. Вот, просто я бы хотела вот еще раз призвать к конструктивному диалогу, потому что, по сути, я не верю, что кто-то заносили в семье, таких нет. И вот речь идет просто об инструменте, вот как вот этот законопроект или другой законопроект. Лично мое мнение, конечно, закон очень суровый, вот этот законопроект, и ну, я даже комментировать да, не буду, потому что я тоже различные редакции читала, тоже долго думала, как вот, ну даже для себя. Я вот сама многодетная мама, да, у меня трое детей. У меня один из детей с инвалидностью, да, то есть я себе это закон тоже перестала. Принимала, думала, как, что поможет, если вдруг мало ли что. И вот, и
просто вот очень хорошо, что здесь коллеги из полиции, да, рассказали, какие инструменты есть, работающие в полиции, тоже где мы человеческий фактор. И вот у меня у самой есть четкое понимание, что проблема есть, я вижу это даже вот в своей практике, проблема есть. Но она не будет решена только конкретным законом. И этим и каким-то другим, здесь нужен свободный подход всех факторов. Но самое главное не в этом, а в том, что у каждой из сторон есть свои страхи, свои подозрения. Об этом люди говорили, да, и, конечно, если же мы основаны, как со стороны противника по закону, так и со стороны сторонника закона, просто у них другие страхи, другие здесь факторы имеют место быть, да. И вот поэтому я просто хотела призвать к конструктивному диалогу и призвать к тому, что действительно, если проблемы есть с детьми или с воспитанием, действительно, лучше обратиться к психологам, да. Если есть какие-то вопросы, психолог, нормальный психолог никогда не будет решать за родителей, за детей. Он только помощник. Он только может человека направить, помочь. Если вы пришли к психологу, и он вам дает директивы, все вот так вот, и все что-то, это вы просто не хотите с таким психологом. И вот. То есть просто совместно с человеком, по его согласию, с возникновением доверия психолог он будет направлять. Но психология – это наука, психолог – это специалист. То есть у них там свои, у нас так себя вести. Возможно, ему самому требуется помощь. Самому требуется помощь. Лучше нельзя. Вот поэтому просто я хотела сказать, посиди за отсутствием психолога, который должен был прийти. Спасибо. Сейчас вы работаете на добровольной основе, семья идет к вам добровольно, не только государственные работы. Вы хотите, чтобы на госслужбе люди тоже бесплатно работали? Нет, я не знаю. Ну, представьте себе, как МФПД скажет. Это хорошо, что они приходят, потому что мы очень часто, я вижу результат работы, то есть мы на самом деле помогаем. И вот. А можно, могут быть просто там идти. Финансовая политика, комитет молодежи решает, то есть есть категории, которые бесплатно принимают, есть которые на платной основе. Вот вы сейчас подростки. Меня не финансирование разговор. Вы неправильно поняли меня. Может, вы скажете, где вы находитесь? Кулахметова 21. Спасибо. Там такой вывеска большая, доверие. Зеленая. У кого-то есть еще вопросы, вступления? Если нет, тогда большое спасибо вам всем, что пришли.